В Самарской епархии произошло знаковое событие. Вышла очередная книга ректора Самарской семинарии отца Максима Кокарева «Корни». О двух священнических родах, проживавших некогда на территории Мусорки, Ташлы, и о том, как отразилась эпоха, как в капле воды, в судьбах этих двух родов, мы поговорим в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в половину восьмого вечера.